Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также гости канала «Сама себе огород». Друзья, сегодня я хочу рассказать о ремонтантной малине, которую выращиваю первый раз. Наделили меня прошлой осенью саженцами, было 10 штук, из 10 вот принялось, или, как сказать, вернее, перезимовали 3 саженца, и вот от нее уже пошли побеги. И также я хочу рассказать, что я делала после того, как они у меня принялись. Через 10 дней где-то я старалась и поливать. И где-то, я не вспомню, уже, наверное, в октябре или конец сентября я высаживала их. На них даже были ягодки. И потом я их просто обрезала на зиму. Полностью срезала все эти побеги, которые были на них. И весной появились вот только 3. И они дали новые побеги. И тут побег, который вот один из 3 был такой самый, ну как бы опередил всех. И вот на них поэтому с конца августа мы уже балуемся такими вот ягодками. Сейчас покажу, где тут ягодки, чтоб попали. Вот здесь уже вот было много. Вот такая урожайная ветка. Вот они даже видно здесь еще. Вот не созревшие. Хорошие ягодки. Очень сладкие. И также там, где были молодые, я ну как-то удивилась, что они растут, и на них нету ягод. Ну вот, наконец-то, сегодня у нас 7 сентября. И вот они, цветоносы появляются. Вот они. Очень много цветоносов. Так что конец сентября, я думаю, еще будем лакомиться малиной. Вот. Здесь тоже внизу была такая вот плодоносила ветка маленькая, но на ней было много ягодок. И здесь же также вот они, цветоносы. Давайте показать поближе. Вот они цветут. Так что в конце сентября, еще октябрь, возможно, мы будем снимать урожай. Ну, так как я первый раз выращиваю такую малину, ухаживать здесь совсем по-другому получается. Та малина, которая у меня в саду, я ее летом обрезаю сантиметров 20, новые побеги, и оставляю наращивать там боковые побеги. Здесь же совсем другой уход. Поэтому я решила, друзья, с вами поделиться. Сама выращиваю первый раз и делюсь с вами о своих наблюдениях. И, конечно, когда они отплодоносят и уже на зиму, я буду также все эти побеги обрезать. Спасибо всем, друзья, за внимание. И до новых встреч. Будьте здоровы!